Вы помните игры фирмы Cryo? Ну, конечно же, помните. Уже забыли? Ну, тогда спешим вас обрадовать. Dragon Lore 2 — новая игрушка, выпущенная этой компанией. Эта игрушка использует оригинальную и необычную игровую вселенную. Мир, в котором происходят события, порожден сном великого дракона, а его обитатели — не более чем сновидения, что, впрочем, не мешает им быть совершенно реальными. Эта концепция воспринимается всеми персонажами всерьез, а не как исторически сложившиеся религиозные причуды. Ваша главная задача — отыскать своего дракона и восстановить с ним древний союз. Как выяснится, в дальнейшем это лишь небольшая часть стоящих перед вами проблем. На самом деле речь идет о судьбе мира в целом. Сюжет игры весьма непрост. Разумеется, многое зависит от действий самого героя, но не все. В Dragon Lore 2 учитывается игровое время, дни и часы, считая от начала событий, и кое-какие события происходят по расписанию. По ходу игры вам немало предстоит биться с разного рода противниками, причем эти битвы оказывают непосредственное влияние на три основных параметра героя – здоровье, силу и магию. Эти ресурсы расходуются в боях, а восстанавливаются отдыхом или питанием. Одна из задач героя — оказаться в нужное время, в нужном месте, иначе вы безнадежно отстанете от событий. Впрочем, эта черта программы не столь критична. Вы автоматически являетесь туда, куда обязаны явиться, если это возможно. А прессинг во времени игры относительно мягкий.